драматические судьбы юных фаворитов Пугачевой. Помогать надо людям талантливым, а бездарность сама себе дорогу пробьет, убеждена Алла Пугачева. В разные годы она патронировала Сергея Челобанова, Бориса Моисеева, но чем старше становилась артистка, тем все более юными были ее фавориты. Среди всех участников «Фабрики звезд 7» особое расположение Пугачевой получил Марк Тишман. Примадонна как-то призналась, что Марк ей очень напоминает ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, дескать, такой же восхищенный и наивный, каким был 15 лет назад Киркоров. Судьба Тишмара сложилась удачно, и он сегодня выступает, ведет различные мероприятия, работает на телевидении.